Длина второго сортопрокатного цеха порядка километра. Он получает металл из первого сортопрокатного цеха и электросталеплавильного. Металл поступает на печи нагрева, далее переходит на участок клетей, после этого на холодильник, после зона обточки и зона контроля. Именно эту линию пополнит в скором времени редукционно-калибровочный блок. На среднесортной линии этот агрегат займет место между клетями и холодильником. Редукционно-калибровочный блок формирует у проката круглого сечения очень точную геометрическую форму. Он позволит получать горячекалиброванный прокат без необходимости дальнейшей отделки. То есть мы сможем подавать металл непосредственно сразу потребителю. Это, естественно, снизит его цену и расширит рынок сбыта выпускаемой продукции. В данный момент сам редукционно-калибровочный блок отгружается фирмой-поставщиком из Германии. Сейчас идут работы по подготовке места под новое оборудование с применением самых современных строительных технологий. Вы сейчас видите уникальную строительную технологию. Это канатная резка фундаментов. Специальный канат, на котором сделано напыление алмазами, методично режет бетон, который здесь стоит с момента основания цеха. Одновременно в цехе идут работы по возведению подсобных помещений для редукционно-калибровочного блока. Строительство у нас началось в июне месяце текущего года. Оно пошло по основным трем объектам. Это вот строительство мастерской под новое оборудование калибровочного блока, в помещении которого мы сейчас уже находимся, которое уже на стадии завершения строительства, осталась отделка. Строительство мастерской под перенос существующего оборудования из маслоподвала, там, где будет установлено новое оборудование. В декабре планируется завершить все строительные и подготовительные работы и приступить к монтажу основного оборудования, которое к этому времени будет поставлено в полном объеме. Сейчас здесь катают металл, а буквально через несколько месяцев уже будет работать новый агрегат, редукционно-калибровочный блок. Это приблизительно конструкция 4 метра высотой, 12 метров длиной и 15 метров в ширину. Поставка редукционно-калибровочного блока на ОМК ожидается до конца 2016 года. Первую партию высокоточного горячекатанного проката планируется получить во втором квартале 2017 года. Общий объем инвестиций в данный проект составил более 900 миллионов рублей. Модернизация сортопрокатного стана позволит увеличить производство высококачественного стального проката на 67 тысяч тонн в год.